Сразу два спортивных трофея привезли сегодня в Красноярск. Хоккеисты «Енисея» заняли второе место на Кубке мира, а самбист из «Ужура» взял золотые медали на первенстве планеты. Победителей и призеров в аэропорту встречала и наша съемочная группа. Об этом в следующем сюжете. За плечами игры Кубка мира, день в Москве и ночь в самолете. Но все же лидеры «Енисея», приехав на родную землю, улыбаются. Конечно, не удалось повторить прошлогодний успех, на этот раз только второе место. А Кубок мира переехал в Красногорск. Но зато проверили свои силы перед стартом нового сезона. Кубок мира – это один из лучших клубных турниров. Там все команды претендуют на первое место, поэтому туда приезжаешь как на праздник, соревнуешься с лучшими командами мира, России и Швеции, поэтому каждая игра она несет себе противостояние. В Швецию наш «Енисей» поехал в обновленном составе. В команде молодые игроки, у которых опыта выступления на таком уровне еще просто нет. Тем не менее, с задачей справились. Вышли в финал, где уступили все же более опытному сопернику. У нас все-таки 11 зрелых, а 6 молодых ребят. И можем психологически, ведь еще надо научиться играть через «не могу», через усталость, через боль, через всякую. Им это еще предстоит понять. Без этого выигрывать невозможно. Игрой команды остались довольны и болельщики в Красноярске. В аэропорту, правда, их было немного. Все-таки самолет прилетел в 6 утра. Но зато поздравить хоккеистов приехали представители учредителей команды. За каждой игрой следили, и приятно отметить, что ребята боролись в каждой игре. И считаю, что их второе место, его можно сопоставить, наверное, с прошлогодней победой. Все-таки упорный соперник, и мы всегда очень тяжело играем и с «Динамо», и с «Зорьким». Но я думаю, что в регулярном чемпионате мы поборемся за то, чтобы у них отобрать преимущество. Сейчас «Енисей» продолжит готовиться к новому сезону. Впереди еще игры на Кубок России, а потом чемпионат страны. А это в аэропорту встречают еще одну спортивную звезду. Паруль Рсаакян вернулся с победой с первенства мира по самбо среди молодежи. Теперь он настоящий герой в родном ужурском районе. Ведь первый добился таких спортивных высот. Я тогда еще ничего не понимал, но в голове тоже сейчас не все так укладывается, что сразу так мир, Европа. Но я думаю, это все пройдет. Сейчас осознаю, пойму, как все это, как делать. Сейчас у чемпиона небольшой отдых после соревнований, а потом он продолжит тренировки. Тем более сам Паруль уверен, это далеко не последняя спортивная вершина, которая ему покорилась. Вячеслав Власенко, Денис Тимошенко, новости.